Быть или не быть домам для многодетных семей в Орловом овраге, а если быть, то когда? Ответы на эти вопросы искали самарские депутаты. Во встрече с владельцами земли принял участие и председатель городской думы Алексей Дегтев. За поиском путей решения многочисленных орловских проблем следила и наша съемочная группа. 4 года назад купили, еще дети меньше, маленькие были. Ну, хотели, чтобы дом был свой построиться. Вот только строительство до сих пор не начали. Выделенный семье Жарковых участок прямиком во враге. Трем детям разного возраста приходится по-прежнему ютиться в одной комнате общежития. Здесь, в Орловом овраге, построено всего порядка 10 из 250 домов. Хотя участки многодетные семьи получили уже не один год назад. Почему? Выясняют в ходе выездного заседания члены комитета городской думы по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям. Владельцы земли рассказывают, проблем много. Незасыпанный овраг и многометровая куча грунта. Отсутствие электричества, временных дорог и коммуникаций. В проекте планировки территории допущены ошибки, из-за которых ряд участков накладывается друг на друга. В первом полугодии 2019 года мы ожидаем выход проекта планировки территории, уже прошедшего государственную экспертизу. Сразу же после этого можно будет заявляться на бюджетное финансирование, в том числе и с привлечением средств вышестоящих бюджетов. Эта встреча ознакомительная. Ее результатом станет пошаговая стратегия решения всех вопросов, из которых каждый первоочередной. Светлана Стрибкова, Дмитрий Столяров, Новости губернии.